Так, друзья, доброго времени суток. Приветствую вас на своем канале. Я должен найти выход. Мы продолжаем проходить игру «Зло внутри». Это вторая часть. Так, поехали. Тут глазик. Так, сюда нам не пройти. Ну, давайте поднимемся к маятнику. Так, мне кажется, это знакомое место. Так. Давайте пойдем за ним. Не кажется ли, глаз моргнул вот этот? О, господи, боже мой, сколько тут глаз. Такое. Ну, он прям псих-псих. Уходим, уходим. Кто тут? Вон дверь. Так, зловещая дверь. Так, непонятно было, поднялись мы или опустились. Скорее всего, опустились вниз. Пригнуться. Обучение все еще не заканчивается. Фонарь. Блин. Ох. Опять глаз. Ух. Так, это тупик. Сказать, что это страшно, это... Так, мне кажется, я в нее не доиграю точно. Какого черта? Да блядь! Что тут происходит? Ха-ха-ха!
Перепрыгивай! Быстрее, 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 быстрее! Так, так. Я в ловушке. Нет, мы найдем выход. Или нет? Быстрее, быстрее, чувак, Себастьян, быстрее! Твою мать, что это за хрень? Так, вроде оторвались. Блин, я чай разлил. Так, кажется, оторвался. Надолго ли? Да ты просто издеваешься. Что там за монстр? Фух. Так, ладно. Что за хрень тут творится? Автовосстановление здоровья. Ясненько. Так. Здоровье немножко восстановилось. Куда меня занесло? Так, давайте здесь все осмотрим. На всякий случай. Шприц. Ими можно восстановить здоровье. Ну, немного, но так сойдет. Вот это уже поинтереснее. Вот бы ты мне раньше попался. Может, это нужное место? Лили, надеюсь, ты здесь. Во что же я впутался? Кидман. Себастьян, где ты был? Мы потеряли тебя. Без понятия. Но это ни хрена не мирный городок. Здесь творится что-то неладное, Кидман. Бейкер мертв. Вокруг бродит убийца. И все это очень напоминает то, что происходило в маяке. Во что ты меня втравила на этот раз? Я не знаю. Нам ничего не известно. Бейкер был командиром группы. Если он погиб, страшно подумать, что с остальными. Продолжай поиски. Чем больше я узнаю, тем лучше смогу помочь. Да.
Конечно. Так, выбрать оружие на двойку. Давайте, так, давайте шприц выберем на четверку, а пистолет на единицу. Да. Так, сколько у нас патронов? 6 патронов. О, бедный сукин сын. Бросили здесь гнить. Так, мы имеем ночь. Не волнуйся, Себастьян. Улицу. Это просто маленький тихий городок. И дождь. А вот и фонарь. Слишком тихий. Надо есть. Ешь. Привет. Эй! Неужели не слышала? Надо проверить. Здрасте! Надо есть. Кожа до кости. Ешь. Надо есть. Доедай. Надо есть. Кожа до кости. Я сказала, ешь! Вот так. Это для твоей же пользы. Что за... Господи. Это было очень мерзко. Так, сынулька. Так, аптечка. 4. Чтобы не мешало. Так, второй этаж. Так, порох. Так, скорее всего, мы сможем с помощью пороха делать патроны. Так, тут все. Скорее всего, все. Продолжим дальше наш путь.
И у нас два патрона. Вот это хорошо. Как-то задержка какая-то маленькая есть. Просто машина. Юнион. Это еще что? Это, надеюсь, кто-то из группы, которые раньше были посланы. Вот они, да. Из Мёбиуса. Кто-то из них уцелел. Плохо. Эти твари буквально повсюду. Надо в дом вытрясти из парня информацию. Это наше задание. Ништячок. Бутылка. Давайте выберем на 2. Травка, скорее всего, для лекарства. Так, мы зелье не забрали. Ну, да ладно. Вот так. Надеюсь, выдержит. Так, здесь должен быть О'Нил. Аптечка. Thank you.
Не подходи ближе! Ладно, успокойся. Не стреляй. Я тебя не трону. Видишь? Можешь опустить пушку. Я на твоей стороне. Ты не из Мёбиуса. Хоть ты и не из этих тварей, но это еще не значит, что ты на моей стороне. Верно. Я не из Мёбиуса. Но это они меня прислали. Ты видел тварей снаружи? Что они могут? Да, видел. Тебе повезло, твой напарник пожертвовал собой, чтобы ты мог удрать. Не напарник. Он был из службы безопасности Юниона. И защищать меня его работа. А моя работа – починить систему. Мне не платят за то, чтобы я тут сдох. Я не солдат. Я техник. Я знаю. Стой! Стрелять буду! Солдат снял бы с предохранителя. Говорю же, мы на одной стороне. Попробуем еще раз. Я Себастьян Кастелланос. Я О'Нил. Лиам О'Нил. Значит, ты не из Мёбиуса, но тебя забросили сюда. Зачем? Я ищу свою... Я ищу, как отладить ядро. Как и ты. Да? Ну, желаю удачи. Я пас. Буду ждать, пока нас не извлекут отсюда. Никто тебя не извлечет, пока не найдут Лили. Что за Лили? Пойми, мы все застряли здесь, пока не отыщем ядро. Поможешь мне? Если предлагаешь пойти с тобой, на меня не рассчитывай. Это убежище, и я не собираюсь его покидать, ясно? Но я дам тебе наводку. Я засек неподалеку сигналы, резонирующие с частотой ядра. Мы искали их источник, когда на нас напали. Вот, послушай. Голос, как у маленькой девочки, да? Тихо. Это она? Ядро? Думаю, да. Но мой коммуникатор поймал множество странных сигналов за то время, что мы здесь. Доберешься до источника, будешь знать точно. И как это сделать? Поймай сигнал на свой коммуникатор. Когда выйдешь отсюда, сам поймешь. Вероятно, ты поймаешь и другие сигналы. Можно будет найти их источники и узнать... Нет-нет. Сперва ядро. Другого пути выбраться отсюда нет. Как хочешь. Свяжем наши коммуникаторы. Я сообщу, если что-нибудь найду. Ладно. Пожалуй, это можно. Итак, что тут за задание у него? Значит, ты здесь уже неделю сидишь? Неужели так долго? Плохо. Здесь время идет по-другому. Мы думали, что быстро управимся. Типа, я буду дома к ужину. Но это место вообще ни на что не похоже. В смысле? Когда ядро идет в разнос, всегда сбои бывают, но... Сейчас творится черт знает что. Здесь все распадается на куски. Есть излучатель стабильного поля, но он работает неправильно. Что за излучатель стабильного поля? Если тебя послал Мёбиус, ты должен это знать.